В преддверии Дня семьи, любви и верности на центральной площади города состоялся вечер чествования «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка». С 2008 года в России 8 июля официально отмечается очень важный и замечательный праздник – Всероссийский день семьи, любви и верности, который успел завоевать особенное уважение россиян. Его празднование стало одной из добрых традиций. Уважаемые жители города и района, от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником – Днем семьи, любви и верности. От всего сердца хочу всем пожелать счастья, радости и долгой совместной жизни. Любите и берегите свои семьи. Для семей, проживших в благополучном браке более 25 лет, решением главы Жердевского района был создан памятный знак «Почетная семья Жердевского района Тамбовской области», которого удостоились семьи-долгожители нашего района. Также были отмечены семьи, воспитывающие приемных детей, семьи, принявшие участие в конкурсе «Семья года 2019». К слову, победителем конкурса в номинации «Многодетная семья» стала семья Есиковых. Мы искренне поздравляем вас с Днем семьи. Семья – это самое главное, что есть у нас в жизни. Забота, любовь близких нам людей – это наша опора. Я от всей души поздравляю вас и желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого-самого наилучшего. В числе награжденных в этот вечер семей – семья Степанищевых, Насоновых, Рыбкиных, Баздревых, Блохиных, Шамшиных, Горловых, Олесовых, Микляевых, Разинкиных, Сувориных, Шапкиных, Луковниковых. Такие общечеловеческие ценности, как семья, любовь, нежность и верность, очень важны в нашей жизни. Семья дает человеку любовь, поддержку и радость. Семья необходима для воспитания детей, которым предстоит делать новые шаги на нелегком пути в нашем прекрасном, многообразном и открытом для семейных ценностей мире.